Бакланов Леонид Владимирович, вожатый военно-служебной собаки 2-го отдельного полка специальной службы 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, старшина. Родился 13 февраля 1924 года в Симферополе. В ряды Красной армии был призван в 1942 году в городе Молотов. Уже через год воевал в действующей армии. В боях был дважды ранен. Леонид Бакланов отличился в конце июля 44 года при форсировании реки Сан, захвате и удержании плацдарма на левом берегу реки Висла. В ночь с 23 на 24 июля красноармеец Леонид Бакланов действовал в группе разведки по очищению от немецкого гарнизона польского города Белгорой. Дерзким налетом он и его товарищи напали на противника с превосходящими силами, внесли панику и тем самым помогли продвижению наших частей. Будучи собакой в ночной вылазке, он обнаружил и обезвредил вражескую охрану военно-продовольственных складов. В плен был захвачен немецкий офицер. Леониду Владимировичу Бакланову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина. Также он награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за оборону Сталинграда, за взятие Берлина, за освобождение Варшавы и Праги.